контролировать мяч лучше нужно. Передача ходит два дня подряд. Ну и без вот этих парней Леннард, который сейчас пытается обыграть Харрисона Барнса, вполне возможно примерить. Но тем не менее, Леннард — это тот игрок, которого уже, ну, не первый сезон называют будущим Сан-Антонио Спёрс после того площадки совсем недавно. Он заменил Дреймонда Грина, но тоже с двумя легкими форвардами Warriors. Думать, как выбросить и в более чем соперник. Постоянно бежать и следить за матчем. Лучше ему или худше показать постоянных перемещений. Так его можно еще назвать.